Всем привет, друзья! Привет вас на канале Money Brotherhood. И сегодня у нас новый ролик о бирже CoinEx, а именно сегодня пойдет речь о их социальных сетях. Как обычно, ребята, переходим на данную биржу. И сегодня я вам расскажу, вот здесь, когда вы пролистываете вниз, они предоставляют все свои социальные сети. Я, конечно же, вам, как всегда, показывал их Telegram. В прошлом видео я показал даже их новый русский канал специально для новостей. То есть там будут выходить новости на русском языке именно в Телеграме. Также я хотел сказать, что у них есть своя медиум-страница. Вот, она здесь называется CoinEx, то есть CoinEx средний, ну, в переводе, конечно же, это так написано. И вот, ребята, здесь они проводят еженедельный отчет по своим новостям. То есть они также тут и пишут, что чтобы держать вас в курсе, мы каждую неделю, то есть, делимся обзором всех событий, которые у них произошли. И вот здесь, ребята, они их описывают, вы сможете легко их прочитать. Вот, каждую неделю, вот с 2 по 8 ноября. Вот как видим, за ту неделю с 9 по 15 ноября, то есть и так далее, потом будет с 16 по 23. И таким образом они еженедельно дают новые новости, чтобы пользователи, естественно, могли следить за биржей и ждать крутых обновлений. Также, ребята, они дают свою официальную твиттер-страницу. У них на твиттере целых 31 тысяча читателей, ребята. То есть вы представьте, насколько много они имеют пользователей в твиттере, и то есть за ними следят, и там можно узнавать тоже крутые новости. Вот они здесь их постят тоже, тут можно их вот репостить, лайкать, смотреть. То есть твиттер — это довольно крутая социальная сеть, где вот можно больше всего видеть, потому что здесь, ну, легче всего постить именно в твиттере, и больше всего людей будет находиться, допустим, в твиттере, чем читать статьи в медиуме. Вот, ребята, также они предоставляют вот свои Reddit. Ну, лично я, ребята, не люблю данную социальную сеть, но они ее также дают. Вот я с данной социальной сети не очень дружу, потому что там часто иногда бывает, что блокируют твой контент. Но, естественно, CoinEx тут приветствуется, потому что, чтобы людям было всегда удобно, то они предоставляют все свои социальные сети. Вот. Вот, ребята, они также вот дают, как обычно, Telegram, Facebook, вот, дают, естественно, свою почту, именно саппорт, то есть поддержку, где вы сможете просто отослать им письмо. Так что, ребята, если вам именно интересно первым узнавать крутые новости, то лично я вам советую это подписаться на их Twitter, на их CoinEx средний, и обязательно на их телеграм-канал, я его оставлял в прошлом ролике, я также оставлю в этом ролике. Подписывайтесь, чтобы не пропускать никаких событий. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, поделитесь ими с друзьями, репостните в какую группу, помогите мне с продвижением, я буду только рад. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.